Барев Дзен, с вами беседа на канале Пардес. И, друзья, прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, естественно, комментируйте. А тема сегодняшней беседы у нас шахматы. И хочу отметить, что сейчас в Армении эта игра была, вернее, давно уже, она была введена в школьную программу. Вот как обстоят у нас дела в Израиле? И в этом нам поможет разобраться очень юный, но очень талантливый шахматист, наш Левон. А Левона сопровождает его папа, наш друг Давид. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Давид тоже. Левон, сколько тебе лет? 8. Ух ты, уже 8. А сколько ты уже занимаешься шахматами? Полгода. Полгода. Большой срок. А вот сколько раз в неделю ты ходишь на кружки? 4. 4 раза в неделю? То есть, ну, почти что каждый день. Круто. А вот как получилось, что вдруг ты решил заниматься шахматами? Мой дедушка на день рождения подарил мне шахматы, и мне пора играть. Ух ты. А кто-то тебе там показал, как ходить? Дедушка научил меня. Дедушка научил? А, то есть твой первый учитель – это дедушка? Да. Здорово. А кто вот кроме тебя еще вот занимался шахматами? Дедушка тоже? Или папа тоже? Не знаешь? Бабушка. Папа? Бабушка? Она второй раз по шахматам была. Ух ты! То есть у вас такой семейный шахматный этот. Да, здорово, здорово. А за какой клуб ты выступаешь? Кирьят-Ям. Город Кирьят-Ям. Много вас там в вашем клубе? Да. А как тренера зовут? Борис. Борис? Я хочу тренер. Да. Я хочу немножко это разъяснить, как бы у него тренера Борис, у него свой частный кружок, но просто так как он не является под каким-то клубом, Левон выступает за клуб Кирьят-Яма, хотя мы и занимаемся в Кирьят-Мозге. Понятно. Вот ты недавно был на соревнованиях, да, Левон-Джан? А да. Вот как вот этот отбор происходит на соревнования? Каждый год проводятся отборы, и те, которые проходят, они попадают в финал, да, страны. То есть вы сначала играете между собой, и так вот такой отбор происходит, да, я так понял? В каждом регионе свой турнир, свои отборочные. Понятно. Проводятся многих уже. Что-что? Региональные проводятся отборочные по северу, центру и югу. И с каждого вот региона отправляется какое-то определенное количество, которое Федерация по шахматам решает, там первые 3 места, первые там 10 мест, в зависимости от участников. И понятно. Они уже между собой играют именно на финале страны, а оттуда уже отбираются те, кто будут играть в Европе и по миру. Понятно. За полгода, что ты занимаешься, уже попасть, пройти все эти ступени и попасть на чемпионат, это здорово. Скажи, пожалуйста, а ты уже в многих соревнованиях участвовал, или это первое было?
Много. Я отвечу за него. Да. Первое, мы когда начали примерно в сентябре занятия, после этого обычно на Хануку, каждый год праздник Ханука, проводятся именно эти отборочные. И вот его тренер Борис решил, что стоит ему попробовать из-за того, что он уже в нем увидел возможности и вот этот талант. И действительно он сумел себя там показать. А уже спустя 4 месяца в апреле вот, провелись эти соревнования, финал страны. И до этого момента есть еще разные мини-турниры по разным городам, в которых тоже он участвует для того, чтобы не терять форму. Понятно. То есть такая активная шахматная жизнь у тебя, да, Левон? Да. А скажи, пожалуйста, а вот как много приходится тебе заниматься, чтобы постоянно быть в форме? Каждый день. Прям каждый день вот. А с кем играешь каждый день? С дедушкой? В интернете. А, в интернете. И как? Поигрываешь? Иногда выигрываю, иногда проигрываю. Понятно. Знаешь, главное честно говорить. Иногда выигрываю, иногда проигрываю. А вот ты вообще знаешь, что есть очень много известных армянских шахматистов, таких чемпионов мира? Да, знаю. А тебя вот есть один такой очень известный сейчас шахматист, его зовут Левон Аронян. Тебя с ним не путают? Путают. Путают? Понятно. А кто твой любимый шахматист? У тебя есть из гроссмейстеров таких любимый? У меня есть два. Гарри Каспаров и Магнус Карлсен. Круто. Молодец. А вот есть, наверное, у тебя какие-то особенные дебюты или партии, которые ты изучил и любишь играть? Есть такие? Есть. За белых королевский гамбит и за черных гамбит руссо. Молодец. Умница. А, вот я слышал, что ты стремишься попасть на чемпионат Европы. Во-первых, мы все желаем тебе воплотить эту мечту как можно быстрее. Чтобы я хочу тебе пожелать успехов в твоем вот этом шахматном, на этом шахматном пути, и чтобы мы гордились тобой. Мы и так гордимся сейчас уже, но еще больше гордились. Вот. А потом, чтобы через там сколько-то лет, я сказал, а вы знаете, первый взял у Левона интервью, я буду этим очень гордиться. Удачи тебе, Левон-джан. Спасибо. Во всех твоих вот этих шахматных, да и во всех других начинаниях. Друзья, а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь, комментируйте. И, Левон-джан, еще раз я желаю успехов. До свидания. Ты вообще умничка и молодец. Горжусь. Спасибо большое, Дарья.